А вот чтобы посетить самую большую выставку искусств за всю историю города, как утверждают эксперты, у ижевчан есть еще полмесяца. Там можно не только разглядеть картины и скульптуры, но и купить их. За своей порцией арт-наркотиков в один из торговых центров отправилась Елена Оборина. Вот я не мог долго вот здесь ничего понять, поэтому я ее увеличил. И после того, как я ее увеличил, я ее еще раз, что ли, для себя дешифровал, скажем так. Алексей Шуклин пишет картины уже 7 лет. Рисование для него арт-терапия. Он полностью отдается процессу, чтобы потом расшифровать, что получилось. Свои работы раньше художник показывал только друзьям, но теперь увидеть их может весь Ижевск. Бесплатно. Идею самой большой выставки работ современных ижевских художников организатор Руслан Ахмедзянов вынашивал давно. Так совпало, что весь мир, весь космос выстроился вокруг и дал нам эти возможности все. Я их увидел и решил реализовать все это. Это был как очень мощный, яркий импульс, который нельзя было перепутать абсолютно ни с чем. Я понял, что эту тему нужно реализовывать именно сейчас, здесь, потому что были и люди, и картины, и возможности, и вообще все, что было необходимо для реализации такого проекта масштабного. На организацию ушло всего 13 дней. Здесь на картины и скульптуры можно не только посмотреть, но и купить. Но арт-наркотики – это не только выставка. Это место притяжения модельеров и моделей, музыкантов и танцоров. Каждые выходные здесь, на 1200 квадратных метрах, проводят мастер-классы по живописи, граффити-батлы, концерты и модные показы. За уикенд здесь проходит до 3000 человек. Всех ижевских художников искусствовед Елена Новикова знает наперечет. Организовывала не одну выставку, но такой большой в своем родном городе она не припомнит. Для Ижевска это очень важное событие. Я надеюсь, что работа площадки станет предвестником крупных изменений в развитии визуального искусства. И в городе Ижевске наконец-то появится долгожданный музей современного искусства. Отследить, что было и что еще будет на выставке, можно по хэштегу ArtDrax ВКонтакте и Инстаграме. Главное – успеть. Выставка работает до конца апреля. Живут в Ижевске Елена Оборина, Владимир Лихарев, Антон Касьянов.